Переславль-Залесский может стать единой площадкой для проведения всероссийских торжеств, посвященных 800-летию Александра Невского. Соответствующее обращение к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву направил мэр Переславля Денис Кашурников. В частности, власти города считают, что Переславль имеет не только славное историческое прошлое, здесь родина великого князя Александра Невского, но и уникальный Спасо-Преображенский собор, множество святых мест, куда приезжают со всей страны.